Начался пятый тур приема заявок в вузы для обучения на контрактной основе, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки. Абитуриенты, сдавшие УРТ, могут подавать документы в университеты с 22 по 27 августа, говорится в релизе. Подача заявок до 27 августа. Подтверждение абитуриентам желания быть зачисленным в вуз 28 и 29 августа. 21 августа заместитель министра Надира Джусубекова сообщила об увеличении числа бюджетных мест в медицинских вузах. По ее словам, абитуриенты еще могут поступить на эти грантовые места. Отметим, что в связи с эпидемиологической ситуацией в нынешнем году прием в вузы проводится через автоматизированную систему «Абитуриент онлайн».